любовью всем страждущим помогу. Только хохот в ответ мне сердца в снегу. Или просто бывают разграблены зачерствевшие и ослабленные. Ни к чему им ни я, ни любовь моя. И даже дня нового луч над землей, любовь, рассылающий во все края. Им видится зла западней, мир во власти юродивых, агрессивных и злых и плохих людей. Но вглядись ты в уродство их, пожалей. И своей человечностью, и любовью своею им помоги, возвращая из вечности все долги. Мы пришли, чтобы дать откровение новых знаний и всех человечных идей, чтобы использовать власть над материей, и злым людям помочь стать мудрее и добрее. Тьма подобна иллюзии миражу. Это путь к осознанию самих себя, чтоб дойти к духовысшему этажу. За гранью миров бытия мир похож на пародию, сумасшедшими буйными во главе, на скопление обидчивых злых людей. Но раз мы в этой вечности друг от друга уйти с ними не смогли, мы в глазах безупречности все одни. Это значит, что мы все одна семья. Мы должны им помочь снова стать собой, ведь на всех нам дана наша мать-земля. Мы справимся с этой бедой, мы любовь нашей родиной, нашей светлой и ласковой все зовем. Но другим все, что любо нам, ни почем. Сделать их человечнее — вот наш самый насущный и главный долг, чтоб творить по-сердечному, как...